Футбольные баталии не на поле, а на трибунах. В Арзамасе прямо во время матча футбольные фанаты устроили массовую драку. Выкские фанаты начали кричать, хамить девочек, то, что, извиняюсь, выражение, мы ш**ли, то, что нам после футбола будет хана. Подбежали впятером, избили одного человека. Наши арзамасские вовремя среагировали, мальчики струсили и убежали. Чем закончилось фанатское столкновение? Все подробности сегодня в 7 вечера в программе «Кстати» на телеканале ЧЕ.